Артур Бабаев, мы с ним лучшие друзья. У нас есть подписанная одна коллапсом штучка. It's a scam. Что будем брать? Everything. Give me everything. На дороге на трэше нельзя было купить ничего. Накупили, получается, вот столько уже всего, а это только начало. Мне не нравится здесь. Ну, я тебя найду и заберу у тебя Джекса. Всем привет, ребят! Сейчас мы находимся с вами на секретной вечеринке, которая приурочена к International. Как я не узнал, вообще совершенно случайно. Я листал эти телеграм-энтити, там 400 подписчиков, и нашел там информацию, что есть какой-то мини-подстомп. Я решил сюда прийти, вот, пришел с камерой, думал, ну, немножко, может, что-нибудь подсниму. Чисто выложу в телеграм-канал, кстати, ссылка в описании. Вот. А я сюда пришел, и там просто офигенно. Там сейчас, в общем, все покажем. Первое, что, во-первых, нас встречает, это вот такая вот тачка в брендинге Team Liquid. У Team Liquid один из главных спонсоров — это Honda. Посмотрите просто вот как красиво выглядит еще здесь. Вот, вот такой вот логотип Team Liquid. Не слишком большой, но вот здесь вот логотип уже гораздо получше и гораздо побольше. Но сейчас мы с вами пойдем внутрь и покажем, что там вообще есть. На входе в этом месте у нас есть два этажа. Сначала мы с вами пройдем, наверное, на нижний, а потом уже пойдем на верхний и покажем еще, что здесь есть, какие здесь есть активности. А пока мы идем, хотел сказать большое спасибо компании Parir, которая поддержала этот ролик. И, кстати, ребята из Parir на самом деле присылали мне ссылку на этот попстомп, на этот пост в Телеграме Entity, и еще они поддерживают команду Entity. Так что приходите по ссылке в закрепленном комментарии, поддерживайте меня, поддерживайте Entity, поддерживайте компанию Parir и вообще смотрите, какие классные они дают вам бонусы. Все ссылки в закрепленном комментарии. Что, во-первых, нас здесь встречает? Здесь есть зона, в которой можно посидеть, поиграть в игры. Я так понимаю, здесь были какие-то активности. Что сейчас вот здесь осталось? Во-первых, здесь есть магазин Бискост. У них, давайте посмотрим, что есть в продаже. Здесь можно купить вот такое вот что-то, это типа худи, но оно из материала похожего на самом деле больше на футболку. Очень-очень легкое худи. Здесь есть вот такой вот зиппер, сзади никаких нету принтов. Также можно купить джерси, make ways. Я думаю, мы сейчас возьмем одну джерси, и еще здесь есть еще вот такие вот уже под дескор футболочки. Футболочка получается по $25. Также можно купить вот такого вот плюша за 30. Можно купить пины по 10, поп-сокет за 8 и стикер за 3. Кстати, интересный факт. Вон там вот лежат эти пины, и в прошлом году просто ребята из Бескост, они видели, что я их много снимаю, они подошли и сами мне его подогнали совершенно бесплатно. Он у меня лежит дома. И сейчас, оказывается, здесь можно купить. Давайте я сейчас возьму вам, и мы его разыграем в телеграм-канале. Вообще все, что мы сегодня набираем, все будет огромный розыгрыш в телеге, так что переходите обязательно туда. Hi. Hello. I wanna buy first this t-shirt, like biggest size do you have, which you have. I wanna buy jersey. I wanna buy plush. I wanna buy. Is this pin? Those are croc charms for Crocs. Yeah, I wanna definitely buy this one. I wanna buy this one, this one, this one, this one. Okay, I wanna buy everything. Except this one and except these hoodies. Вообще достаточно много у них продуктов. Сейчас все закупим, пойдем смотреть дальше, что там еще есть. А там есть много чего. Yeah, okay. Okay. Just one, and then you can have all of these. Okay. And then. Okay. Смотрите, какой на кроксики пойдет, какой еще здесь пинчик есть, красивенький. Yeah, поп-сокет вот такой вот. Он, кстати, перламутровый, красивый. Who are you guys with? I'm with myself. You just want to give stuff away? Yeah. That's sick. I mean, thank you. All of you. Yeah, just have a YouTube channel. And basically, like, following Dota scene, I was around the world, so. So together, that'll be $131. $200? And do you have a bag? I can get an empty bag here. It's like, no, it doesn't have a handle, but I can put it all in. Okay. $120, получается, за все заплатили. Сейчас пойдем к Флаксу, посмотрим, что есть у Флакса. Okay, but you can just give me it. I have a big pocket, so I will just place the pocket here. It will take a lot of time to to place it here. Вот как хорошо иметь большие карманы. You got big pockets. Yeah, yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Пока здесь на самом деле очередь, мы с вами пойдем на второй этаж и посмотрим, что есть там. Возможно, ребята из Entity еще не ушли. Я вон вижу, кстати, Артизи уходит. Так, вот здесь вот мы можем видеть, команда Shopify Rebellion уходит, а мы с вами поднимаемся. Вот Бульба, кстати. А, вот там KBBQ. Здесь вот есть интересная штука, где можно пометить, откуда ты приехал. Вот можем посмотреть. Из Америки полно людей. Полно людей из Европы, из России, из Украины, из Беларуси. В общем,
из Азии, отовсюду, из Африки, в общем, отовсюду здесь он есть, вот. Киев, Москва, Санкт-Петербург. Кстати, а где... Ну, Минска на это как-то не существует, ну ладно, бывает. С кем такого не происходило? Англия, в общем, со всего мира, со всех континентов, даже с Австралии, есть вообще люди здесь на данном ивенте. А мы с вами идем наверх. Еще, судя по всему, здесь была какая-то активность, потому что вот, ну, здесь вот логотип вот этого мероприятия и есть шляпа. Я могу продолжить этот ролик в шляпе. Мистер Оператор, как я выгляжу? Насколько плохо? Дайте я посмотрю. Великолепно, я считаю. Продолжаем этот ролик в шляпе. Она мне, конечно, немножко маловато для таких больших мозгов, как говорится, нужна шляпа чуть побольше. Идем слева направо. Во-первых, вот у нас стоит Tall Fly из Shopify Rebellion. Во-первых, вот там вот есть, давайте сначала к команде Entity, потому что они уже заканчивают. Во-первых, есть вот такая вот штука в брендинге с компанией Poly. Во-вторых, можете взять что-то из этого и подписать. Добрый день. Приветствую. Вы хотели остаться, вы остались. До Secret Shop останешься? Скорее нет. Ты же 24-го должен был уехать. А нам всем ребокнули билет на 30-е. Всем? Да, но они сами за свои купили билеты. Mm-hmm. А я решил остаться, заселился в отель. То есть и Фишман уже улетел, я видел, да. Каталоми улетел. Да, они но... сами улетели. А, сами улетели, но... Я 2 дня здесь побыл в отеле, погрустил. Mm-hmm. Мне нравится здесь. Что, ты уедешь? 27-го, чтобы утром сходить в Secret Shop, и 27-го, короче, улететь вечером. Понятно. Ну что, роспись нам, пожалуйста, разыграем в Телеграм-канале. Блин, конечно, поражает, что ты знаешь иероглифы, а что они значат? Иша, это доктор. Доктор? Доктор Ларсон? Ну, ты что, какой красивый. Это какой кринж. Красивый мой. Это кринж. Почему? Я не знаю, просто мои фотки тут лежат. Ну, блин, популярность, она такая. Никто это не взял. Никто? Можно, пожалуйста? А ты первый. Подписать. А тут уже типа это есть. А ну еще одно, блин, ну что? О, здесь Каталоми есть, смотрите. Фишман. Есть Габи. А вот это что? Это стикер такой? Да. Вау, круто. Мы берем такие штуки тоже. Кстати, давайте наберем вот просто вот несколько таких штук. А ты не знаешь, они здесь разложены по людям? Там рандомно. Рандомно? Вот мы берем рандомно, и вот кому-то что-то попадется. Не знаем, что кому. Блин, у меня... Нету, короче, пакетов, я здесь все накупаю, вам приходится использовать штаны. Хорошо, что есть штаны. А вы что-нибудь продаете? Джерси можно ваши купить? Вот это к ним. Can I buy jersey or something like this? Can I buy something? I want to buy something. I have a jersey. Oh, you have a jersey. I will buy it. You can have like... Can I have your signature too? Sure. This will be a pleasure. When you have your flight? After TI. After TI? You will stay here? Oh. Yeah, can you sign this one too? How much? I cannot take it. I need to pay. Thank you. Thank you so much. Basically, I found this event from your Telegram, so thank you so much, yeah. That's nice. In Russian social media, Russian-speaking social media, like about this event, there is like no anything. Like just in your Telegram channel, I found it. Thank you. Thank you. It's for giveaway. I will make a big giveaway with everything what I bought here. Yeah. So yeah. That's cool. I'm happy if you tag us for that. By the way, we can make some giveaway with Entity too, if you wanna. I can boost your Telegram channel. That would be great. That yeah. Would be great. So maybe we can find another one. Another jersey? Yeah, maybe. Not now. It can be later, or you can give me in a quarter if you in quarter. Seven jerseys? Actually, one of yours is yeah. Belongs to me. Yeah, that was the deal. I will take his one. You can take one from him. С тебя джерси, получается. Ты в том же отеле остался? Нет. Ты в другой приехал? Ну, я тебя найду. Окей. И заберу у тебя джерси. Уговор. Давай. Хорошего дня. See you. Bye. Идем дальше. Смотрим, что здесь есть у Team Liquid. Во-первых, есть вот такие шоперы, есть вот такие вот носочки халы, есть ланьярды, and this one. It's like anti-stress thing. Yeah. Okay. I want to buy this one. I want to try and win it first. I can win it? Yeah. It's a prize. If you get the card with the stars, then you win. Okay, I want this one. Okay, I'm a loser. Well, you can buy it. Okay, yeah, so then I will buy it. I want to buy Sax Plus. That one's a giveaway. So I cannot buy it? Well, unfortunately. Okay. I want stickers. Those are free.
Oh, it's mine. $0. This one? Yeah, you can have that too. Right, it's HyperX. Okay, no. HyperX, no. Never mind. I want a hat, jersey, backpack, mouse pad. So basically, all what you have. Everything? Yeah. What size? Biggest one. Yes, biggest one which you have. And maybe do you have a bag? Yeah. Because my pockets are kind of full already. Ah, you have some other one too? Do you want the sling bag as well? Yes, yes, everything, everything. Give me everything. Everything. You want a flag? You have a flag? These two. Big one or a little one? Just little one? No, bigger one. I want bigger one, yeah. Same price. Yeah, same price, so buy small. Wait, what? I didn't do that. Really? Someone fucked up? Yeah. I looked at it like, Yes, that's basically why I choose the bigger one. Because, like, it's the same. I don't give a bag that fits everything. But... Maybe you have two? Yeah, I can give you multiple bags. Yeah. Получается, купили просто весь магазин. Футболочки, худи, флаги, носки, плюши. Розыгрыш всего будет в телеграм-канале, так что переходите туда. Сейчас все отфоткаем, пока монтируем видос, сделаем огромный-огромный розыгрыш. Yeah, and have 10% discount. Can I feed it? Yeah, I'll just use it for you. And can I pay by cash? Only by card or Apple Pay, that's all we have. Do I have cash? I have cash. Only cash? Only cash. It's $300. I don't think I could pay for it. I was gonna say, yeah, you could. Even $300, I could pay for it. Okay, fast deal, fast money. And I will grab as many bags as you need. Okay. Might need to help me out here with that. Yeah. Well, you got a lot of everything. Yeah, yeah, I'm buying everything. Looks like I'm sponsored by Team Liquid. Well, there you go. Perfect. Fit it all in. Thank you. Thank you. Thank you so much. It. Have a nice day. Bye. Накупили. Вот два вот таких. Накупили, получается, вот столько уже всего, а это только начало, мы здесь только начинаем. Что здесь еще есть? Здесь есть какие-то, ну, получается, разрисованные худи, какие-то шарфики, но они не в брендинге в Доте, поэтому нас это не интересует. Из интересного, вон там сзади, получается, господин оператор, у нас стоит чемпион интернешнл PPT, Salty King. И мы видим его, вот, получается, по левую мое плечо. И переходим, получается, уже дальше смотрим, что сзади нас. А, здесь у нас, получается, есть пины. Но здесь тоже ничего не Dota related, так что это неинтересно. А, здесь что-то связанное с Dota, а здесь все связано с Dota. Вот смотрите, сережки. Сережки, брелки. Пурманшут есть? Это Пурманшут. Мне кажется, в Сиэтле надо покупать Пурманшут. Я думаю, нам нужно сделать просто так, чтобы это все стоило. $100, получается 40, 30, и надо взять еще 30, чтобы не отказались от кэша. Что еще взять на $30-то, а? Вот это. Can I pay by cash? Yes, you can. Yeah, it's $100. Okay, so then I will take this one, and I will give you another $100. Развелся, получается, на деньги, хотел набрать до сотки, но из налогов получается, что надо больше. One friend told I'll give you back $90. Okay, получается, взяли. Пурман шилд. Ну, для Сиэтла, мне кажется, щит бедняка самое то. Здесь он прямо напротив нас, кемп бомжей. Вот здесь вот получается у нас EU и BF. Это BF же? Или это Майлсторм? Не знаю, что это такое. И получается... Аванпост, я не знаю, что это. В общем, это так пусть и будет. Кладем в наш мега-пакет. И идем смотреть дальше. Еще здесь есть вот такие фигурки. Капец они стоят, если честно. Вот за такую фигурку инвокера $400. За Энигму 300, за Шейкера 350, Виверна 300. Ух! Честно, дорого. Блин, а вот это вот вообще что такое? Вот это вообще что? Кто знает? Это точно из Доты? Я не очень понимаю, что это. Это Луна без маунта? Что будем брать? Что будем брать? Что будем брать? Блин, на самом деле очень дорого. Как будто хочется взять... Они выглядят красиво, но реально очень дорого. Да вот давайте возьмем Дума. Получается, если Дума стоит 100, значит мне нужно дать 110. Okay, I will take the Doom one. Okay, the Doom? Okay. Yeah, it's 100, so I give you 110. Yes. Okay, thank you so much. Actually, I'm happy to give you also, because you want so much, free... О, из-за того, что мы много чего много купили, нам бесплатно дадут еще и стикер. Thank you. Thank you so much. У нас есть аконим. И мы его тоже разыграем, кладем в нашу сумочку Team Liquid. Вообще, место достаточно интересное. Вот видите,
На самом International нельзя было ничего, ну, не, на дороге International нельзя было купить ничего, а здесь вот прям много всего, то есть люди сами просто подсуетились и наделали столько всего. Еще плюс, получается, команды продают свой мерч, и этого мерча гораздо больше. Do you have some... If you want, I can also give you a box. Yeah, yeah, yeah. I want some box. Получается, ребята сами подсуетились команды, и вот на словом TI вы видели, у командного шопе были только, ну, только Джекси, и все, больше ничего, абсолютно ничего. А здесь вот прям много чего можно взять. Давайте пойдем дальше и посмотрим, что там еще есть. Там, во-первых, есть еще и команда Nouns. Вот, смотрите, вон сидит, смотри, сидит в шляпе. Улетит бесплатно все? Вообще, ну, я заплатил $300. Серьезно? За пакеты, да, вот я набрал все. Там вот есть у Liquid эти, получается, карточки. Ты берешь и можешь что-то бесплатно выиграть, либо скидку. Вот, но так как я плачу кэшем, моя скидка не сработала. Я просто заплатил $300 и все. Ты можешь вон подойти, взять карточку и посмотреть, может что-то тебе бесплатно дадут. Вот там есть прикольные эти, на keyboard, клавиша, VSD, escape. Сейчас пойду. Я, кстати, с прошлого Intast, в Сирис выдавали, кто же клавиши, у меня стоит на ТП-шке. Вот я себе поставил ТП-шку. Но такая нам проблема, у них клавиши не слишком хорошие, они вылетают немного. Давай. У нас все бесплатно. На народ работает. Ну, ладно, еще возьмем. Дашь футболку. Все за энтики. Дашь футболку бесплатно получил. Давай посмотрим, что ты возьмешь. Давай, попробуй, giveaway. Вон, надо карточку взять. Вот карточки лежат. You wanna play a game? Yeah. А если нет скидки, можно ничего не покупать? Нет, ничего, можно ничего не покупать. Нет, тебе никто не заставит купить. Либо скидка, либо бесплатно. It's a scam. It's always like this. They're scammers. Бесплатные стикеры можешь взять. They're free. Yeah, go ahead. Yeah, all of it. Ну, это HyperX. HyperX, да. Ну, стикеры Team Liquid, что? Is can I explode this cam? No, this actually one of them. If you want to, but it, I'll shuffle it up after. Okay, what? Seriously. 10%. It's to be the last week. Ooh, what you? There is no gifts. What is this one? No. Yeah, that's the winning one. It has this the red links. Ah, it must have red stars. Okay, gotcha. I was thinking zero star, like something. У тебя просто 10. Okay. It's not a scam, okay. Okay. It's not a scam, okay. Thank you, guys. Ну что, пойдем дальше смотреть, что там есть у Nouns. Во-первых, есть вот такой вот великолепный шопер. Кстати, выглядит красиво, реально по дизайну хорошо. Вот такая вот футболочка с вышивкой. Такая вот футболочка с вышивкой. Такая футболочка с вышивкой и с принтом. Мы точно хотим вот такую вот футболочку, мне кажется. Can I have the biggest one which you have? Какой размер? По-русски? А? Какой размер вам нужен? Какой размер? А, какой? Я просто... Самый большой. Да, самый большой. Самый большой. Я просто самый это... Цел. На английском говорим все, я уже русский не воспринимаю. Уже тяжело. Только это? Нет, что еще есть? Продавайте. Я покупаю. Вот это что? Пин? Нет. Берем. Okay. Это что? Картонные очки? Я не знаю, если мы продаем картонные, у нас были пластиковые. Мы просто выдаем, вы можете брать. Берем. Пластиковые, но мы уже... Стикеры. Берем. Шоколадка? Шоколадка, да. Берем. Темные и молочные шоколадки. Два. Что еще есть? Кепка, шопер. О! Такие есть? Не продаете? Не продаем эти. Вот все есть, только не это. Как я выгляжу? В шляпе. Можно посмотрю? Великолепно. В шляпе еще лучше. А почему не продаете? У вас очень мало. Это просто как дисплей мы сделали. Жаль. Мы бы купили. И шопер. Шопер еще можно? Шопер. Да, сумку. Шопер. Ребята, как вы отказались здесь на русском языке разговариваете? Она родилась в Москве, я просто родители у меня из Украины. Uh-huh. И, ну, я мэкую, мой русский не такой, не самый лучший. Uh-huh. Ну, как-то разговариваем. Стараемся. Круто. Помогает сильно. Все с Крыма. Ну, конечно. VP, you know. Конечно. Бэтбум. Uh-huh.
очень удобно, очень хорошо с ними разговаривать. Могу платить кэшем? Хочу платить кэшем. Сколько денег? Всего 371, у нас и старше, и секунды в день. Окей, благодарю. Благодарю. Все в команду, у нас. Все в команду, все, спасибо. Всего доброго, хорошего дня. Так, ну что, накупили еще один пакет, уже прям просто огромное количество пакетов. Здесь еще была, вон там он снимает, заснимает, вон там снимает, здесь была автограф-сессия Team Spirit, но мы на нее не успели, как вы понимаете, ну, у нас же не был запланирован этот ролик. Я просто сюда пришел посмотреть, вот я увидел в Телеграме Entity, мне скинули ребята из Paris, что здесь будет поп-стомп. Я решил зайти, думаю, ну, просто там ребята подписываются, думаю, вот камера, может быть, чуть-чуть немножко что-нибудь посниму, позадаю Ватсону вопросов. А так, типа, для Телеграма кружочки поснимаю. И тут вот просто такое огромное количество всего. Ну, это же прям вау. Получается, ребята здесь подписывались на вот таких вот бланках. А, это у них, получается, еще есть своя лига, сайт-шоп, плюс еще есть приватная пати завтра будет. И еще там будет шоу-матч. А мы туда хотим? А мы туда, возможно, и хотим. Посмотрим. Знаете, что я вижу? Я вижу, у нас есть подписанная одна коллапсом штучка. Я думаю, мы ее забираем. Can I take this one? Yeah, thank you. Мы вот забираем еще в телеграм-канале, разыграем. Так что приходите. Еще здесь есть великолепный мой друг Артур Бабаев. Артур Бабаев. Вот, мы с ним лучшие друзья, на самом деле. О, я буду делать фото. My best friend, Артур Бабаев. And so you will print it? Yeah, print for sure. Оп, оп. So can I take this one? Yeah. Woohoo. Thank you. Кстати, там у шоколадки еще мистер Биста, Фистаблс. Если хотите, можем разыграть их тоже. Пишите в комментах. Вот такие вот фоточки с моим лучшим другом Артизи Бабаевым, Артуром. А мы дальше переходим к Shopify Rebellion. Смотрим, что у них есть. Во-первых, здесь можно вот как раз-таки взять Фистаблс, шоколадки мистера Биста. Переходите в телеграм-канал. Там мы их разыграем. Еще есть леденец. Леденец тоже разыграем, что? Все разыгрываем в телеграм-канале. Так, оператор тоже себе берет шоколадки. Ну не это, что там набрал, что набрал? Смотрим дальше. Что здесь у ребят есть? You dropped your feastable. Make sure you don't... Thank you. Thank you, sir. Thank you. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Но у них, на самом деле, наиболее тематичный корнер, потому что, посмотрите, как он здесь оформлен. Здесь, получается, вот есть доска. Здесь, судя, рейл есть какой-то, судя по всему, здесь что-то продавалось, но уже нет. А, в общем. Короче, здесь ты берешь этот номерочек, и потом в 2.30 будет розыгрыш, и ты можешь получить вот эту вот Артизи футболочку. Это я уже забрал. Did you want to enter the raffle as well? Yes, for sure. So what do I need to do? So just put your name on this one and we'll take one side of the ticket, you take the other. Okay. I'll give you this one. Okay, thank you. I'll see you soon. Thank you, sir. Do you want a line? Yeah, for sure, why not? Why not, right? Yeah, thank you. Thank and you. We don't want to take it home. Ребята отдают, получается, ланьярду, чтобы просто их не везти домой. Да, собственно, получается, наверное, в тут и все. Вот там уже, кстати, к Entity выстроилась очередь. Получили вот такой вот купон. В 3.30 у нас через сколько времени? Блин, как с этими пакетами-то достать до телефона? 3.30 еще через час. Наверное, на этом моменте, если я не выиграл, на этом моменте ролик заканчивается. Кстати, я еще сделал свой мерч, и там есть коллаборация с Дурачо, с ГПК, с Киэтакой, с Рамзесом. И также есть мерч, посвященный этому турниру. Так что переходите по ссылке в описании, она там будет. Реально крутой мерч. Я вот сам прям жду, не дождусь, когда уже партия приедет, потому что вот прям прошлую партию я ношу каждый день, и эту будут прям тоже, потому что я вот офигенные футболки делаю. Вот, так что приходите, посмотрите, мы их, наверное, тоже разыграем. Вот, получается вот так. Спасибо, что смотрите. Такой неожиданный видос. Надеюсь, вам зашло. Напишите коммент, напишите лайк, отправьте это видео друзьям, потому что вот постарались смонтировать этот видос прям супер быстро, супер внезапный видос, супер быстро смонтировали, все сняли одним дублем, ну, кроме интеграции. Вот, так что вот так. Давайте, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Так, ну что, понял, что еще к OG не зашли. Давайте спросим, что здесь есть. Hi. So what do you have here? Yeah, I'm good. How are you? All good, how are you? Yeah, it can continue for forever. So what do you have here? Okay, so
OG, we will be doing a little event Friday, Saturday, and Sunday from 9 a.m. till 11 p.m. Mm-hmm. From 9 a.m. till 10 a.m. we're doing the Monkey Business show. So mm-hmm. Notel, so Lisa, will live? Be there. Yes, and exactly. Notel will be here. From here? Not at this place. Uh-huh. We'll be at a place called Labor Temple. Mm-hmm. We'll post about it on our social media. Mm-hmm. The case. We will have Seattle exclusive collection, mm-hmm. New Era exclusive collection, some other items from our merch. It's basically just like a chill watch party, lounge area, mm-hmm. Come grab some drinks, meet with friends. So it's free to attend? Free entry, yes, absolutely. Yes. Sounds good. Yes. Okay. Friday, Saturday and Sunday. You can drop by anytime you want. Okay, we will be there. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Bye. В общем, ребята делают свой поп-стонд. Я думаю, мы тоже туда зайдем в какой-нибудь ролик. Возможно, это вставим. Пишите, если хотите увидеть. А теперь настоящее прощание. Давайте, пока-пока.